Герменевтический круг. Герменевтический круг – одно из основных понятий философской герменевтики. Первоначально – прием античной риторики и библейской экзегетики. У Шлейермахера герменевтический круг – это принцип понимания текста, основанный на диалектике части и целого. Понимание целого складывается из понимания отдельных частей, а для понимания частей необходимо предварительное понимание целого. Получается, что понимание – это движение по кругу от целого к части, от части к целому. Вильгельм Дельтей рассматривал в качестве элементов герменевтического круга текст и биографию автора. Ганс Георг Гадамер считал, что можно понять нечто, исходя из заранее имеющихся относительно этого предположений, тем самым формируя и совершенствуя свое предпонимание текста. И каждый раз нужно подходить к тексту с новым предпониманием, которое является все более совершенным, чем старое. После краткого обзора понятия герменевтического круга в истории философии, давайте перейдем непосредственно к нашим размышлениям по этому поводу. Мы считаем, что герменевтический круг – гипнотическое понятие, бесконечное вращение, спиральное расширение, поиск даже того, чего в предмете понимания нет. Герменевтический круг всякий раз расширяется не потому, что он приближается к пониманию, а потому, что таково его методическое свойство – бесконечно кружиться и расширяться в этом вращении. Наивно полагать, что это расширение приводит к лучшему пониманию. Но нарастающий гипнотический круг навязывает эту идею. Чем больше прочитал, тем лучше понял. Но что же случится, когда текст уже понят в максимально возможной степени, а необходимость расширяться в герменевтическом вальсе навязывает следующий виток? Именно. Обессмысленная бесконечность вращения, новые размышления, свои размышления, которые выходят за пределы понимания. Но эти новые размышления начинают восприниматься как еще более глубокая степень понимания, хотя они совсем не о том. На практике можно увидеть, как те или иные произведения искусства попадают в эту гипнотическую герменевтическую ловушку, в которой круги мыслей исследователей герменевтов ушли бесконечно далеко от предмета понимания. Герменевтический круг довольно распространен и среди непрофессионалов. Гипнотическая круговая бесконечность с легкостью замыкает сознание обывателей и пускает людей на путь чаще всего ложного понимания.